хочу показать лапку, которую я очень люблю и которую многие считают, вы знаете, почему-то бесполезной. Кто-то говорит, что я прекрасно обхожусь без этой лапки. Это лапка для пришивания пуговиц. Я держу сейчас лапку конкретно к машине ПФАВ 720, но вы можете посмотреть лапки, подходящие к вашим типам машин. Эта лапка не работает с системой ADT, но она здесь и не нужна, потому что продвижения ткани никакой нет. Пришивать пуговицы с такой лапкой значительно приятнее. Перед тем, как установить лапку, я хочу обратить ваше внимание вот на такой фиксатор. Этот белый фиксатор служит для того, чтобы пришить пуговицу на объемных вещах. Объемные ткани, трикотажные толстые ткани, там, где полотно более высокое. Если же вы пришиваете пуговицу на тонких тканях, то этот фиксатор убираем, отодвигаем назад. Если мы работаем с эластичными либо объемными тканями, фиксатор выдвигаем в переднюю позицию. В этом случае нить обвивается вокруг фиксатора, и размер длины нити, используемой для пришивания пуговицы, длиннее. На тонких же тканях нам это не нужно, поэтому фиксатор совершенно убираем из работы. Убедились в том, что лапка надежно установлена, надежно зафиксирована. Прекрасно. Естественно, у меня здесь нет разметки, потому что я просто хочу вам показать, насколько это удобно. Опускаем лапку и просто пришиваем пуговицу. Смотрите, не правда ли, что может быть быстрее? Быстрее ли пришивать руками? Точно нет. Мы получили четко, красиво пришитую пуговицу. А благодаря вот этой замечательной лапке она еще и никуда не двигается. Без этой лапки, наверное, обойтись можно. Но вот нужно ли, каждый решает для себя сам. Я для себя давно решила, что я без этой лапки не обхожусь, и ко всем швейным машинам, которые у меня были, если к ним можно было приобрести лапку для пуговиц, я всегда приобретала. Но нужно ли вам, решайте, конечно же, сами.